Я обратил внимание на то, что у нас очень много мусора. Мы будем здесь немножко подметать. Вам советую тоже, если вы занимаетесь на улице, делать это, потому что очень много стекол. Просто старайтесь не мусорить изначально, для того, чтобы все было у нас в городе замечательно. Сегодня мы начинаем разминку. Сегодня у нас будет очень сложное упражнение. Это называется baby freeze, детский фриз. Немного объясню вам по поводу того, что такое фриз. Фриз – это заморозка, замирание в красивой какой-нибудь позе. Обычно это делается на голове, вниз головой, на руках и так далее. Сегодня мы будем стоять немного на руках. Это будет детский фриз. Начнем с разминочки. Разминаем кисти. Разминаем их немножечко по-другому, чтобы вам было более интересно. Снизу, вверх, туда, обратно. Раз, два, три, четыре. Разминаем спину через низ, вверх. Если у вас есть музычка, можно делать... И складку разминаем. Раз, два, три, четыре. К одной ножке, ко второй. Дальше локтями. И руки на пол вперед поставили. И ноги поднимаем. У вас должны быть очень приятные ощущения под коленкой. Это значит, что мышцы тянутся. Сегодня мы будем делать baby freeze или детский фриз. Основной упор и основной вес тела у нас будет на правой руке. Правый локоть будет упираться в правый бок. Вот примерно вот так. Очень важно то, чтобы стояла полная ладошка. Я покажу, как это выглядит на полу. Рука стоит на полу, пальцы расставлены, и они чуть-чуть полусогнуты. И когда вам нужно держать равновесие, вы можете держать равновесие пальцами. Чем шире вы расставляете пальцы, тем шире диапазон того, как вы ловите равновесие. Вот так вы сможете ловить равновесие только от падения сюда. Вот так вы сможете ловить равновесие от падения на весь полукруг. Соответственно, когда мы стоим на вот этом фризе, мы стоим боком. Тянуть нас будет вот сюда, назад. И от падения назад нас уберегут именно пальцы. Вот здесь вы должны все время крепко и четко держаться пальцами. Теперь покажу, что это на полу, как это выглядит. Обычный упор лежа, как на отжиманиях. Левая рука чуть дальше, правая чуть ближе и боком. Тело разворачиваем и спускаемся. Теперь о переходе. Как мы будем переходить на этот фриз. Здесь очень важно, и это, собственно, целый блок элементов, которые сами по себе выполниться не могут. Мы не можем выйти из-за кулисы, типа там раз, два и хоп, встать на руку. Так только нам бабушка похлопает. Если мы танцуем настоящий брейк-данс и делаем настоящую связку, то, естественно, на такой элемент, на подобный должен быть переход. Нужно рассчитать туда, куда вы ставите руку. Если вы будете ставить руку как на упор лежа, сам фриз не получится, вы будете падать боком. При переходе на руку вы можете поднять левую ногу во время разворота. Поднять левую ногу и вместе со спуском опустить ее. Отсюда сюда. Быстро выглядит примерно вот так. Пам-пам. Не стесняйтесь и сами перед собой старайтесь делать как можно больше, как можно чаще эти элементы медленно. Это нужно для того, чтобы у вас это получилось со временем быстро. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, спуск, раз, два, три, стоим. Если у вас есть хорошее чувство ритма, вы можете делать это сразу под музыку, но немного медленнее. Есть, например, ритм. Вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здорово. И теперь быстро. В данном случае у нас есть практически все составляющие брейк-данса. У нас есть растанцовка, у нас есть заход, у нас есть фриз,
через перебежку. Теперь для того, чтобы нам еще укрепить себя, мы возвращаемся к нашей уличной физкультуре. Я советую вам просто-напросто посоревноваться друг с другом. Попробуйте всего-навсего вот так постоять друг с другом. Например, с другом вы спорите. Мы стоим 2 минуты. Кто 2 минуты не выдерживает, тот покупает минералку среднегазированную своему другу, который выдерживает. Ну вот и все. Всего доброго, танцуйте с нами, учитесь с нами, не мусорите вместе с нами.